Всем привет, друзья! Вы на канале Gadget Page. И сегодня у меня на обзоре массажная умная подушка под названием LeraOne, которая была создана при поддержке краудфандинговой платформы от Xiaomi. И в Китае она продается под брендом Midja. В обзоре я расскажу про особенности этой подушки и ее режимы работы. Перед началом хочу пригласить вас подписаться на нашу группу ВКонтакте, где мы публикуем посты с фотографиями новых гаджетов из первых рук, а также даем обратную связь по вашим вопросам. Название странички вы сейчас можете видеть на своем экране, и также ссылку на группу вы найдете в описании. Подушка поставляется в среднеразмерной коробке, на лицевой стороне которой есть цветное изображение устройства, и чуть ниже значки с режимами работы и особенностями. Внутри лежит сама подушка, также буклет с инструкцией, где на китайском языке написано про особенности всех режимов работы и про их настройку через приложение. И еще с подушкой в комплекте полутораметровый Type-C USB провод. Сама подушка стандартных размеров и довольно тяжелая, ее вес приблизительно 1,5 кг. Она анатомической формы с изгибом и двумя швами с передней и нижней стороны. Это массажное место, куда и должна ложиться шея. Наволочка на подушке с симпатичным повторяющимся узором из шестиугольников. Она на молнии и швами полностью повторяет форму подушки. Ее можно стирать. Так что свою наволочку поверх этой надевать нет необходимости. С одной из сторон на наволочке есть вшитая резиновая кнопка включения и переключения режимов. Она за счет липучки крепится к настоящей кнопке со светодиодом и нажимает ее. Под наволочкой подушка обтянута тонкой эластичной тканью, и здесь также есть молния, но открыть ее не получится. В начале молнии сделали шов, который, чтобы ее расстегнуть, надо будет разрезать или порвать. Внутри наполнитель и массажные компоненты с небольшим компрессором. Их видеть или доставать надобности нет, так как верхняя наволочка и нужна для того, чтобы только ее снимали и стирали. Также в месте, где начинается молния, торчит провод-вход с разъемом Type-C для питания. Это соединение нужно вытащить наружу и из внешней наволочки, так как подушка без питания работать не будет, аккумулятора здесь нет. Чтобы использовать массажные и умные функции, ее нужно подключить проводом к сети или пауэрбанку, что с одной стороны не очень удобно, но если рядом с кроватью у вас есть розетка, проблем вы не заметите. А если для питания использовать пауэрбанк, то его можно будет положить на прикроватную тумбу и уложить провод так, чтобы он тоже не мешался во время сна. Но учитывая, что разъем находится с боковой стороны, таких проблем возникнуть и не должно. Теперь расскажу про то, как подушка работает. По нажатию на кнопку издается звуковой сигнал и происходит включение или переключение режимов. Основное, что делает подушка, это согревает, массирует и растягивает шейные позвонки за счет надувания нижней части подушки, которая должна находиться под шеей. Это место надувается с разной скоростью и интенсивностью в зависимости от режима работы. Всего здесь 4 режима. Это глубокое растяжение, массаж шеи, режим для расслабляющего сна и пробуждение утром. Каждый режим позволяет расслабить шейный отдел позвоночника, а также массировать шею и устанавливать наиболее комфортную температуру для хорошего сна. Режим глубокого растяжения имеет 4 уровня регулируемой высоты. В нем подушка надувается до определенной высоты, а вес головы используется для растяжения. Это способствует естественному изгибу шейного отдела позвоночника. Режим массажа шеи имеет 5 уровней. После того, как подушка надувается на определенную высоту, она медленно сдувается, а шейный отдел позвоночника свободно растягивается. И это также отлично массирует и расслабляет шейные позвонки. Функция умного пробуждения осуществляется через приложение Mi Home. Здесь, соответственно, можно установить время, когда вам нужно проснуться, и подушка разбудит владельца медленными движениями вверх и вниз. Через приложение также настраивается интенсивность и тип массажа в других режимах, и также здесь регулируется температура и длительность массажа. Ну и переключать режимы и видеть, в каком подушка работает сейчас, здесь тоже можно. Но только вся оболочка управления полностью на китайском языке. И чтобы разобраться и запомнить, что здесь за что отвечает, пару раз придется воспользоваться переводчиком. Подушка действительно удобная даже в выключенном виде, а режимы массажа и согревания очень хорошо растягивают и разминают шею. Это особенно будет полезно людям с болями в спине и шее, а также тем, кто занимается долго сидячей работой. Подушка поможет размять шею и крепко уснуть после тяжелого трудового дня, и также с утра сможет разбудить вас легким растягивающим массажем. И еще ее форма и правильные анатомические изгибы с памятью позволят естественно и правильно держать позвонки шеи во время сна. В целом, это отличный умный гаджет для здоровья и сна за небольшую цену. И также устройство дарит интересный опыт управления подушкой через приложение. Свои вопросы и мнения по поводу массажной подушки LeraOne можете оставлять в комментариях. Все нужные ссылки, где можно заказать устройство или посмотреть цену, вы найдете под обзором. А на нашем сайте gadgetpage.ru вас всегда ждут самые свежие и сочные новости из мира технологий, а также подробные обзоры, разборы и распаковки новых устройств с фотографиями процесса. Не забывайте подписываться на наш канал, нажимать колокольчик и ставить лайки, если обзор вам нравится. Всем спасибо за просмотр, всем пока! We'll be right back.